Здравствуйте, меня зовут София Дудова. Я примерно 10 лет работала топ-менеджером в разных западных компаниях. И у меня все было классно, то есть у меня была должность, полномочия, коллектив, очень хорошая зарплата, всяческие льготы. Но я чувствовала, что я совершенно не реализуюсь. То есть проходят совершенно самые лучшие годы моей жизни. И я занимаюсь на самом деле какой-то ерундой, которая... Миру, ни мне, ни другим людям ничего не приносит. То есть это просто какое-то перекладывание денег, перекладывание бумажек из одного бюджета в другой. И я очень долго решалась. В итоге я решилась и ушла из крупной компании, просто в никуда ушла. Я сама мечтала путешествовать, потому что я очень люблю этот мир, я очень люблю путешествовать, но работа в крупной корпорации совершенно не позволяла мне это делать. И я прошла через очень много всевозможных препятствия, я искала себя, и в итоге я открыла для себя инфобизнес. И так получилось, что когда я приняла решение заняться инфобизнесом, вот серьезно совершенно, через 2 дня мне пришла рассылка Алекса Айвенга по поводу очередного курса Академии вебинаров. И я туда записалась и прошла, собственно, уже практически этот курс. И сейчас я провожу вебинары, занимаюсь инфобизнесом, моя тема совершенно замечательная, как зарабатывать на своем хобби. То есть я, как любая девушка, люблю всяческое рукоделие, всяческие там штучки, финтифлюшки, и я обучаю других, как это можно продавать, как это можно, собственно, делать на этом бизнес, создать свой какой-то небольшой семейный бизнес. И сейчас у меня есть слушатели, которые очень благодарны мне. Я обучаю их, как это делать, у них уже есть первые результаты. Мне очень нравится, я просто в восторге от своей новой работы, и сейчас развиваю ее, точнее, это не назвать работой, это, в общем, ну, такое очень приятное хобби, которое еще и деньги приносит. И сейчас я мечтаю о том, что выйду на следующий уровень финансовый и смогу покинуть Санкт-Петербург, жить там, где мне хочется, проводить там вебинары откуда-нибудь. Спасибо. Все.